берем ссылочку на видео, копируем, заходим в вот такой конвектор, вставляем, нажимаем далее, попадает какой-то кодчик, непонятно, мы его закрываем. Здесь можно скачать просто звук с этого клипа или же полностью. Мы нажимаем на MP4 и задаем параметры. Убираем эту галочку, задаем параметры. 0, 1, 20. И это начало, а вот конец видео мы уже поставим здесь другие параметры. 0, 1, 20, ну и прибавим еще 20, ну 40, да? 40. Все. И нажимаем на старт. Наше видео конвертируется. Все, конвертирование произошло. Теперь мы можем просто-напросто скачать ее. Нажимаем скачать. Сохраняем. И смотрим. Вот наше видео. Свойства. Подробно. Вот на наши 19. Почему-то. Ну ничего, 19. Спасибо за внимание. Кому понравилось, ставьте палец вверх. Подписывайтесь.